началось. Ты так не положил? Да, да, пойдем. Давай. Я пришел. Маски добыли? Да, давайте в масках. Сейчас по мне. Коллеги, добрый вечер. Надеюсь, нас слышно. Начинаем предматчевую пресс-конференцию. Дмитрий Чистяков, Сергей Симак. По традиции, первые вопросы игроку. So, guys, please, any questions? First of all, for players. They don't hear us. Хорошо, тогда я буду задавать вопрос. My questions. Дим, первый вопрос тебе от Гоши Чернова, Спортэкспресс. Разбирали ли игру Лукаку, как его остановить? Ну, мы разбираем каждого соперника предстоящей игры. Как его остановить? Он сейчас в феноменальной форме, то есть покажет матч завтра, получится это или нет. Но я верю, что это получится, и поэтому увидим завтра, только завтрашний матч. Второй вопрос. Будете ли довольны ничьей завтра или устроит только победа? Только победа. Иван Житков, «Спорт день за днем». Можете вспомнить самый яркий матч Челси, который когда-либо видели? Ну, наверное, финал Лиги Чемпионов, наверное, когда против Манчестера. Пенальти, когда они проиграли. И последний вопрос для тебя, Сергей Еременко, «Эрспорт». Дмитрий, завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир? Ну, это лучший турнир в нашей деятельности. Получится дебютировать завтра, это посмотрим. Это будет только завтра. А я счастлив находиться здесь, на таком стадионе, и играть против такого соперника. Дим, спасибо. На этом мы тебя отпускаем. Спасибо большое. И теперь вопросы главному тренеру. Сергей Богданович, Роман Шлынский, ТАСС. Челси является действующим победителем Лиги Чемпионов. Оказывает ли этот фактор какое-то либо влияние на игроков и на вас перед матчем? Это говорит о силе команды. Прежде всего, то, что команда была лучшей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, является сейчас одним из самых сильных клубов. И хорошо укомплектованный, стабильный состав. В принципе, говорит о том, что команда одна из лучших сейчас в Европе. Нападающий Челси Ромео Лукаку находится в хорошей форме. Как готовили защитников к этой встрече? Разбирали ли его игру отдельно? Сложно ли будет его остановить? Нет, мы будем сегодня вечером еще более подробно изучать и разбирать игру команды и каждого игрока в отдельности, потому что времени между игру в чемпионате и матчем в Лиге Чемпионов очень мало. Сейчас главная задача восстановиться по составу. Уже сегодня у нас будет собрание. Сегодня и завтра у нас будет возможность поближе познакомиться. Вопрос от Гоши Чернова, Спортэкспресс. Кто завтра точно не сыграет? Прилетел ли Уильям Барриус? Нет, Уильям Барриус пока не прилетел. Он не может прилететь по действующему законодательству и по тем коронавирусным ограничениям. Что касается из тех, кто еще не прилетел, не прилетел Аздоев, не прилетел Караваев и не прилетел Ловрен. То есть три игрока, которые не помогут нам завтра точно. По поводу Барриуса шанс есть. На сегодняшний день есть постановление, которое позволяет определенной категории граждан завтра после 4 утра пересекать границу, поэтому надеемся, что Барриус завтра все-таки ближе к обеду может все-таки прилететь и присоединиться и может принять участие в матче. Продолжение этой темы. Вопрос, как на Барриуса и на бразильцев повлияла эта история с возможным недопуском к матчу? Конечно, ситуация необычная и, естественно, какие-то ограничения, которые не позволяют игрокам заниматься их любимым делом, они всегда нервируют. Поэтому ребятам пришлось пережить очень много неприятных моментов, связанных и с дисквалификацией, и с отъездом.
разбираются между собой клубы, которые являются работодателями федерации, которые заинтересованы в результатах своей сборной. Страдают игроки, и это нехорошо, на мой взгляд. Какие слабые места вы видите у Челси? Я думаю, у Челси нет слабых мест. Они прекрасно выглядят. И не зря команда выиграла Лигу чемпионов, поэтому на сегодняшний эта команда наиболее сильная, которая нивелирует свои слабые стороны и прекрасно пользуется своими сильными сторонами. Хорошо точно укрепились, и я думаю, команда будет двигаться только вперед и становиться сильнее. Вы будете довольны ничьей или вас устроит только победа? Каждая команда, выходя на поле против любого соперника, старается всегда побеждать, играть на победу, и нам нужно сделать все возможное для победы. А как матч сложится, мы уже посмотрим. А какие цели перед вами поставило руководство на групповой этап Лиги чемпионов? Не было абсолютно никакого разговора с руководством по поводу целей и задач. Вопрос от Владимира Колоса, Спорт24. Какая ситуация на этом этапе? Вопрос повторяется. Учитывая все возможные кадровые проблемы «Зенита» в центре поля, если будет у вас, была бы такая возможность, вы бы выпустили завтра Анатолия Тимощука? Ну, у нас такой возможности нет, и все разговоры, что бы мы сделали, у нас еще и Саша Анюков есть, и поэтому мы, если ситуация у нас будет ухудшаться, то, возможно, нам придется все-таки дозаявить и Анюкова, и Тимощука. И вас. Но меня не надо. Команды после Ахмата был только один полноценный день на подготовку, в воскресенье. Была ли какая-то возможность двинуть матч с Ахматом на пятницу? Теоретически такая возможность была, но на тот момент, когда принимался календарь, игроки из своих национальных сборных, которые играли 7-го, естественно, кто-то мог вообще не долететь, не прилететь, и нам важен был, естественно, тоже этот день. Такая ситуация, при которой мы в любом случае жертвовали были в одну или в другую сторону подготовку или к одному или к другому матчу. Сергей Еременко, Эрспорт. Определились вы с вратарем на завтрашний матч? Снова сыграет Станислав Крицук или, возможно, ротация? Ну, посмотрим. У нас есть еще практически сутки до игры. Есть предыгровое занятие. И мы примем решение, кто будет играть в завтрашнем матче. Иван Житков, Спорт, день за днем. Нет ли мысли сыграть, как 2 года назад в Лионе, в 3 центральных защитника, или отсутствие 4-го центрального защитника на скамейке, это вообще не вариант? Ну, у нас не хватает 2 защитников из нашей обоймы, которая у нас была, если мы говорим о линии обороны, не хватает ни Ловрена, ни Каравая, не хватает и Бариуса, поэтому посмотрим, у нас есть определенные мысли, но мы должны сегодня еще посмотреть по состоянию игроков, и уже будем ближе к матчу уже принимать решение. Дмитрий Зимин, Чемпионат.ком. Считаете ли вы, что «Зенит» стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? И удовлетворены ли вы итоговым кадровым усилением «Зенита»? И какова реалистичная цель команды в этот розыгрыш Лиги чемпионов? Ну, я не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришли новые, но пришел новый игрок, по сути, наверное, 2 игрока, если мы говорим вратарскую позицию и позицию Дрибуси, других изменений нет у нас в составе, поэтому говорить о том, что стали сильнее и слабее, ну, наверное, со стороны виднее, касаемо трансферного окна, ну, конечно, каждый тренер перед окном уже ставит определенные задачи и для того, чтобы команда становилась сильнее по поводу тех или иных игроков, которые могут усилить игру команды. Но это не всегда получается. Здесь есть возможности клуба, а не только желание тренера имеет значение. Поэтому существенных изменений у нас не произошло. И заключительный вопрос от Александра Дорского, sports.ru. Учитывая прошлогоднее выступление «Зенита» в Лиге чемпионов, сейчас чувствуете дополнительное давление или при такой группе его нет? Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. И все, и тренерский штаб, и игроки всегда хотят побеждать. И делают для этого все возможное. Когда-то это получается, когда-то нет. Мы должны приложить все усилия, отдать все силы для того, чтобы играть как можно лучше. Что будет по итогу, мы посмотрим. Спасибо. Спасибо.